Международный олимпийский комитет намерен заново изучить допинг-пробы десятков спортсменов, которые участвовали в играх 2008 и 2012 годов. Об этом в интервью французской газете «Монд» заявил глава комитета Томас Бах. Таким образом, под угрозой срыва оказались поездки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро более 30 атлетов из разных стран, в том числе из России. В Олимпийском комитете нашей страны, в свою очередь, официально заявили, что готовы оказать всестороннее содействие в проведении объективного расследования в связи с допинг-скандалом вокруг сочинских игр. Таким образом, там отреагировали на обвинения наших спортсменов в приеме запрещенных препаратов, которые появились в американской прессе.